Всем привет, с вами Монах Синема. Сегодня мы пытаемся попасть вот на этот заброшенный кораблик. Со мной опять Гарик. И вот мы сейчас не можем понять, есть ли тут какая-то охрана или нету. Ну что, будем прорываться? Подготовительные процедуры. Надели спецодежду. Аккуратно, штанина правая. Назад я быстро посмотрю. Вот вандалы взяли, все окна побили. Но так же не делается. Кстати, 7-й причал тут написано. Продолжим. Макарёк. Чтобы не уплыть. Ну да, чтобы он потяжелее был, наверное. Внизу, видишь, вода чуть-чуть, но это, походу, дождь, когда шел, натекло. Тут носовая часть. Ничего себе, как устроен кораблик-то, да? Однако. Еще одна часть есть, но она, к сожалению, это. И тут, походу,
емкости для того, чтобы это, он не тонул. Ну, воздух у них. Видишь, тут люк такой. Однако. Черт его знает. Чуть не спалились, да? Однако. А? Остановились. Слушай, потихонечку, короче, двигаться, я думаю, к выходу.